летнее теплое солнышко будет зимовавших в почве шмелей. Оплодотворенные прошлой осенью самки проспали под землей всю зиму и за это время сильно ослабели. Выбраться из своей норки глубиной около 20 сантиметров нелегко. Случается, стенки зимнего убежища обваливаются, и шмелиха не в состоянии выйти на поверхность, погибает. Выбравшихся на свет шмелей на поверхности не ожидает теплый радужный прием. Источников пищи, цветов, рядом нет. Весенняя погода обычно непредсказуема. Резкая смена температуры, еще холодные дожди, немало испытаний ждет самку шмеля. Поэтому они подолгу греются в лучах весеннего солнышка. Расправляя крылышки, вибрируют ими, как бы прогревая долгое время бездействующий мотор. Свои первые полеты шмелиха совершает всего на несколько метров и с долгими перерывами. Вот такими короткими перебежками самка шмеля добирается до первых ранних весенних цветов. Нектар и питательная пыльца растений наполняют силами ее мохнатое тело. Днем шмелиха усиленно питается, набираясь сил, а прохладными ночами цепенеет где-нибудь поблизости в укрытии или возвращается на свою зимнюю квартиру. Шмели – одни из самых холодностойких насекомых. Они способны быстро и часто, сокращая мышцы груди, ускоренно разогревать свое тело до необходимых 40 градусов. Это позволяет им вылетать рано утром и собирать первый нектар, когда воздух еще недостаточно прогрелся, и дает шмелям определенное конкурентное преимущество перед другими видами насекомых. Солнце пригревает сильнее, цветов становится больше. Обилие сытной и питательной пищи и общее потепление пробуждают в шмелихе материнские инстинкты. Ее взгляд на будущую семейную жизнь очень серьезный. И прежде чем заводить семью, необходимо позаботиться о жилье, и она строит гнездо. Поиск пищи отходит на второй план. Все чаще самка совершает разведывательные полеты. С басоватым гудением самки медленно летают у самой земли. Мощная струя воздуха от работающих крыльев шмелихи колышет и пригибает траву. Самка ищет подходящее место для гнезда. Это могут быть и брошенные норы, и гнезда, и различные углубления. Были случаи, когда шмели устраивали свои гнезда в самых необычных местах,
в куче навоза, в скворечнике, под порогом жилого дома, под цветочным горшком. Поиск места для гнезда идет очень долго и тщательно. Но случаются и казусы. После продолжительных поисков, забраковав прекрасные мышиные норы и птичьи гнезда, шмелиха вдруг выбирает какую-нибудь невзрачную щель под камнем, где-нибудь в плохо прогреваемом сыром месте. Дело в том, что повышение температуры воздуха и обильная пища вызывают быстрое созревание яиц. Это и заставляет самку спешить. Длительность стадии развития яйца около 6 дней. Личинки от 10 до 19. Куколки от 10 до 18 дней. К середине лета в гнезде уже сотни жильцов. Шмелиная семья стала большой общиной, и каждый ее член знает свой участок работы. Матка откладывает яйца, домработницы строят ячейки, греют расплод, убирают. Самая многочисленная группа в шмелиной семье – экспедиторы. Они неустанно поставляют пищу в гнездо. Это несостоявшиеся самки. Именно их мы и видим летом на лугах и полях. Шмели находят цветы в первую очередь зрением. Они очень хорошо различают цвета, в том числе и ультрафиолет, который мы не видим. Для таких гостей на цветах есть указатели. К нектару сюда. Очень важную роль в нахождении еды играют и запахи. Есть неправильное мнение, что шмели крадут у пчел мед, и поэтому их надо уничтожать, что нередко делается на практике. Но все это просто нелепое недоразумение. Оказывается, пчелы довольно переборчивы и не посещают цветы, в которых нектар находится глубоко. Причина в их коротком хоботке. Шмели, имея длинный хоботок, способны собирать нектар, одновременно опыляя растения с глубоким венчиком, такие как клевер, фасоль. Шмели – насекомые менее требовательные. Жизнь заставляет их посещать цветы и тогда, когда избалованные медоносные пчелы предпочитают отсиживаться в ульях в холодную, ветреную, пасмурную погоду. Шмели-снабженцы работают даже до рассвета и после заката. Многих шмелей не пугает и мелкий дождь, а некоторых даже гроза. Пчел не привлекает нектар с концентрацией сахара меньше 10%. Шмели довольствуются 2% сахарным сиропом. Они работают на цветах в 3-5 раз быстрее пчел, опыляя заодно в то же время гораздо больше растений. Как пчела, так и шмель, работая на цветке, не опустошают его полностью. Поэтому тому, кто прилетит следом, всегда что-то да достанется. Конечно же, пчел и шмелей нельзя назвать друзьями, которые рады встрече. Они стараются избегать встречи друг с другом на цветах. Летящие насекомые всегда могут опознать, кто сидит на цветке, свой или чужой. Отношения этих насекомых можно охарактеризовать как мирное сосуществование. В самом начале своей карьеры молодой шмель-фуражир
ведет заготовка на любых цветах, которые только могут попасться ему на пути. Но вскоре он делает свой выбор в пользу одного растения, которое и становится для него основным поставщиком пищи, и еще одного дополнительного. Выбирает он цветы, с которых можно получить максимальное количество корма. Он не выбирает растения, на которых кормятся другие шмели. На них мало пищи. Этот механизм строго и равномерно распределяет шмелей по растениям и позволяет избежать им нездоровой конкуренции. У каждого шмеля свой рабочий участок площадью от 7 до 700 квадратных метров. Шмели собирают корм в радиусе более 500 метров от гнезда, а некоторые сборщики расширяют это расстояние до километра. За день каждый из них делает более 30 вылетов. За пищей шмель летит со скоростью около 60 км в час. Обратно груженный вдвое медленнее. За время одного вылета, примерно час-полтора, шмель обрабатывает более 1000 цветков клевера. Семья шмелей существует только одно лето. Зимует оплодотворенная осенью самка-основательница, которая весной покидает место зимовки, кормится пыльцой и нектаром и начинает закладывать гнездо. В конце сезона старая матка погибает. Появляется новая матка и шмели-самцы, которые находятся вне гнезда. Самки спариваются и уходят на зимовку. А в покинутом гнезде постепенно погибают все его члены. Очень много интересного и удивительного узнала наука о шмелях. Но по-прежнему личная жизнь шмелиной общины и ее членов скрыта от нас и хранит еще немало тайн.